этой теме я хочу рассмотреть вопрос, как обновить картофель. И второй вопрос, для чего это нужно делать. Но некоторые могут задаваться вопросом, вообще для чего обновлять картофель? Какой целью? Зачем это делать? Ну, наверное, опытные садоводы обращали внимание за тем, как картофель из года в год вырождается, что мельчает. Кто-то может подумать, что это связано с погодными условиями, но бывает и хорошая погода, да, идеальная для картофеля, но количество клубней и особенно их, да, можно сказать, рост, размер, да, также они уже не такие гладкие, как были раньше, не такие овальные, не такие удобные. И видно, что уже не столько, да, картофель, сколько было раньше. То есть происходит вырождение сорта. Это одна из таких основных причин, да, для чего нужно обновлять картофель. Хотя есть клубни, которые более устойчивые, и вырождение происходит очень медленно. И о таких сортах я уже снимал видео. Но, тем не менее, даже такие сорта, да, все равно они вырождаются, постепенно вырождаются. А вторая причина, почему надо обновлять картофель, это то, что каждым разом клубни передают заболевания. Те болезни, что были раньше, они могут прогрессировать, и, да, все более и больше картофель поражается паршой, да, фитофторой. И также могут появляться все новые заболевания, что плохо сказывается, да, на урожае. Вот это причина, для чего это нужно делать. Но теперь вопрос вообще, как это сделать. К сожалению, я встречал такое, что некоторые говорят, что как будто если посадить картофель ростками, то тогда мы можем обновить. И я хотел бы просто сказать, что вот я, например, посадил в этом году картофель ростками. И я вам сейчас просто покажу, происходит ли обновление сорта или нет. То есть, как я уже сказал, обновление нужно для того, чтобы увеличить урожайность, да, сорта. И второе, это избавиться от болезней. Действительно ли из ростков мы можем получить большие, хорошие, крупные клубни? Или же это не так? А я взял самый большой куст из тех, что я посадил. Тут несколько кустов. Этот куст, он свел. То есть все остальные не свели. Этот уже отсвел уже давно, поэтому я его выкапываю. Поэтому посадил я его рано, очень рано. Я как-то снимал первую часть видео «Картофель из ростков». Там я как раз показывал данный кустик. Так, смотрите, происходит... На самом ли деле мы можем сказать, что урожай из картофеля из ростков крупный? Раз, я еще посчитаю, сколько клубней. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и тут еще маленький-маленький зарождается. Можно сказать, 10 клубней. Или, ну, пусть будет даже 11. Если это можно посчитать клубень, это не клубень. Вроде бы средний урожай по количеству, да? Но посмотрите по размеру. То есть даже самый большой имеет вот такой размер. То есть если бы мы полагались на то, чтобы посадить ростками, то мы не можем получить большой урожай, да, посадив ростками. Ну и хочу сказать, что посадив вот такие даже клубни, даже самые большие, на следующий год у нас не вырастет больше среднего урожая. То есть не будет большого количества, не будет крупных клубней. Вот даже из такого. Ну, будут средние, даже в хороший год. Во-первых, по урожайности, ну, не будет больше, чем если клубнями сажать, да? Это раз. Второе, он заражается также заболеваниями.
То есть ростки также передают, как и клубни, болезни. Ну, по этой причине это не обновление. Есть только один единственный способ, как мы можем обновить картофель. Это с помощью семян. Для этого, после того, как картофель отцвел, на кустах появляются помидорки. Мы выбираем самые красивые, самые крупные помидорки. Они бывают разного размера. Конечно, сорт от сорта отличается. И где-то сами по себе помидорки могут быть маленькие. Например, Королева Анна, да, там маленькие помидорки. Вот здесь вот такого вот хорошего размера помидорки. Ну, хочу сказать, это не предел, а это сорт Кала. А есть сорта, где помидорки размером как у томатов. Представьте. Например, сорта Сынок. Там крупные помидорки. Так, теперь что делаем? Теперь надо, чтобы получить семена, для этого надо... Можно, конечно, сразу разделать, но лучше подождать немножко, положив на какое-то время помидорку. И через какое-то время она станет помягче. Тогда нам будет очень легко ее достать. То есть намного проще. И мы заметим, что, например, она... Помидорка, которая полежала, стала немножко светлее. Светло-зеленого будет цвета. В основном чуть-чуть светлее. Станет мягче, что легче достать. И еще одна особенность, это то, что мы можем увидеть, что, например, некоторые помидорки заразились, скажем, фитофторой. И мы можем сразу их выкинуть, убрать. И из здоровых помидорок достать семена. Так они выглядят, семена внутри помидорки, если посмотреть. Вот. Они очень мелкие, и их очень много. Теперь достаточно взять любую тряпочку и спокойненько эти помидорочки достать. Выкладывать на тряпку. Конечно, он со слизью, да, выходит. Так, сейчас я делаю сорт египетскую помидорку. Помидорку египетскую. Египетская картошка. Это картошка, клубни я купил в магазине. И один клубень посадил. Разрезал на 4 части и посадил. Я уже видео снимал, там показывал результаты. Я взял помидорочку, ну и решил вот попробовать из нее достать семена. Обычная магазинная египетская картошка. Желтая такая, может кто-то помнит, сладкая. Сейчас вот достаю семена. Пальцем очень легко это делать, никаких проблем это не доставляет. Все очень просто. А только единственное, прилипает, конечно. Вот. Потом, после того, как мы достали помидорки, мы складываем, сейчас покажу, складываем ее так, таким образом, чтобы эти семена не вывалились отсюда. И просто смачиваем. Смачиваем, сжимаем, да, чтобы... Вот эта вся жидкость, потому что она будет слизкая. Чтобы избавиться от этой слизкой жидкости, да, которая в помидорках. И тогда семена будут такие, которые будет просто брать и садить. Далее мы выкладываем их и сушим. Да, при обычной комнатной температуре. После этого можно стряхнуть спокойненько. Да, на обычный лист, например, да, бумажку. Они тогда становятся вот рассыпчатыми, они тогда не слипаются, потому что мы их промочили, да, смочили, да, тряпочку до этого, да.
потом они просохнут, и они будут, вот так их легко будет брать. Намного проще. Далее высушенные семена можно спокойно уложить в пакетик. Конечно, так как это все миниатюрно, да, то это, конечно, не так легко, как, например, большие семена делать. Но, тем не менее, и не так это сложно все. Все очень просто. Вот смотрите, раз. Хоп-хоп. И вот у нас сорт, определенный сорт готов семян. А у меня это сорт очень вкусной картошки. Я тоже снимал видео 9 сортов. Я взял вот семена, собрал. И там проблема в том, что несмотря на то, что картофель почти зараженный, но там он мельчает. Урожай плохой, в общем, у него. Но он вкусный все так же. И практически не болеет заболеваниями. Но урожай уменьшился очень сильно. Поэтому я решил обновить, чтобы в следующем году посажу, будет мини-клубни, а уже через год у меня будет уже хороший здоровый картофель. Так, следующий процесс, это мы садим примерно в февраль-март. Мы садим семена. Далее они прорастают. Садить можно с помощью заточенные спички, их просто брать немного, да, смоченной чуть-чуть. Или же зубочисткой. Все это очень просто делать. Потому что вручную они мелкие, их сложно брать, да, они очень маленькие. А вот с помощью спички, немножко смоченной чуть-чуть, да, и или зубочистки мы можем выкладывать на определенном расстоянии. Примерно, да, 5 сантиметров, 3-5 сантиметров. Небольшое расстояние. И, конечно же, обязательно накрываем чем-то, или целлофаном, или крышечкой, и ставим в теплое место. После того, как и поливаем, да, чтобы земля была время от времени смоченная. Ну, как и обычные семена, да, мы понимаем, они должны быть смоченные, чтобы проросли. Чтобы не допускать того, чтобы забыть про них, и они высохли. Ну, тогда мы потеряем урожай, да, не будет ничего. Если будут они постоянно смоченными, я даже делал так, что я просто в землю выкладываю. Ну, можно в диски ватные еще каким-то образом, да, делать. Разные способы есть проращивания семян. Можете разными воспользоваться, да, или которые вам больше нравится делать. Когда растение прорастет, мы ставим на свет его. И вот здесь важно то, что если оно будет на свету, то тогда вот что будет. Чем больше света, тем растение будет лучше, крепче, ну, побольше, да, покрепче будет. Ну и да, наоборот, чем меньше света, тем оно будет более тонкое, более слабое, оно будет тянуться к свету, и тогда стебель будет тонкий, длинный. А если на свету ему достаточно света, то он будет, да, ну, мощный такой, да, помощнее. И листья будут покрупнее. Ну, естественно, после этого, когда посадим, и мини-клубни, которые вырастут, тоже будут, ну, нормального размера, хорошего. Я, когда время подошло к тому, чтобы выкапывать мини-клубни, растение, кстати, видно по нему, что оно стало такое уже не такого зеленого цвета, темно-зеленого, уже такого светло-зеленого и такого желтого даже. Желтеть начало это растение. Оно здоровое, красиво выглядит. Да, но вот желтеет оно. Ну, поэтому я определил, что пора убирать его. И еще вот перед уборкой хочу сказать, что когда мы высаживаем, надо, чтобы было или в теплицу, или в парник. Потому что бывают
ночью холодно, и растение может просто погибнуть. Вот что важно тоже. Потому что оно вначале еще слабое. Но когда мы начали уже убирать, я убирал картофель. Да, вот на днях убрал. У меня много разных сортов мини-клубней. Так, здесь у меня показано, сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 сортов. Самое интересное, что у меня, я покупал семена в магазине, поэтому у меня разные сорта. Когда мы выращиваем в помидорках, да, мы понимаем, что в зависимости от того, да, если какие мы помидорки брали, такой будет сорт. Например, если здесь, да, вот я сейчас египетская картошка, да, вот здесь, допустим, да, собрал вот с египетской. А вот я сейчас вам покажу, например, вот, кстати, обратите внимание, это королева Анна сорт, у нее помидорки намного меньше, да, той же галы, вот помидорка, да, или египетская, да, размер помидорок меньше. А, скажем, у сынка, да, сорта, там такие гигантские помидорки, да, почти как у томатов. И вот, в зависимости от того, как, конечно, какую помидорку посадили, то есть взяли семена из какой помидорки, такой и будет да, сорт картофеля. Если я смешаю все в одну кучу, как вот здесь было, то у меня и будет вот так, да, разные мини-клубни. Поэтому я отдельно все делаю, вот, отдельно у меня вот местный сорт, который я обновляю, уже чуть ли не 100-летней репродукции. Отдельно у меня вот тут египетская тоже положу и подпишу в пакетик, да. Сюда положу бумажку и подпишу, да, какой сорт. Ну, да, в каждый пакетик отдельно. И потом я буду знать, да, какой сорт я вырастил, да, и что у меня получится. Мини-клубни, как, наверное, заметили. Сейчас. Обратите внимание, вот 9 сортов, ой, 10 сортов, они все разные. Если присмотреться, то видно, что они сильно отличаются. Они будут, бывают тоже разного размера, такого, да, или может быть такого мелкого. Тоже, вон, смотрите, вот это сорт «Сказка» называется, картошка такого сорта. Остальные я даже не знаю, как они называются. Там был просто изобилие разных семян. Мне вот этот сорт понравился. Мини-клубней. Смотрите. Тут ну, большое количество. Вот эта коробочка полная. Посмотрите, какой мини-клубень получился. Крупный. Да, еще хочу сказать, что вы, наверное, смотрели, я показывал, да, картофель ростками. Я говорил, что из той картошки ростками, но вырастет небольшой урожай. Даже из самой крупной картошки, да, подобно как этого размера, будет маленький. Но в мини-клубне совсем другое. Посадив даже вот такую картошку, у вас будет хороший урожай. А если вы такой посадите, такую крупную, а если у вас получится добиться мини-клубни такого размера, то урожай будет ну, просто гигантский. И они будут здоровые. Ну, конечно, может быть так, что если у вас больная земля, то даже мини-клубни могут заболеть. Тоже все зависит от сорта. Например, вот все здесь здоровые сорта. Да, ну вот, скажем, один, кроме одного сорта, посмотрите. А получилось так, что я посадил в обычную землю, я не отбирал другую землю специальную. И получилось так, что мини-клубень даже, представьте, заболел. Это парша. Вот. Поэтому надо отбраковывать, отсортировывать картофель, чтобы даже если мини-клубень заболел, потому что земля больная, да, то лучше его сразу убирать такой. Оставить хороший, здоровый. Ну, остальные даже не заболели. Видимо, они более устойчивы. Как видно, смотрите, какие гладкие, красивые, да. Клубни. Размер разный, да, но, конечно, вот урожай будет. Ну, в следующем году я покажу урожай, поэтому ждем следующего года.
Обязательно смотрите мои видео. В следующем году я сниму и покажу урожай из мини-клубней из этих. Я уже снимал другое видео из урожая, который я посадил несколько лет назад. Мини-клубни. Я показывал там, что выросло из мини-клубней. Какой урожай. Ну и в этом году элита. Чем отличается, когда я снимал видео про 9 сортов картофеля, сравнение 9 сортов картофеля, там был один из сортов элита, как раз из картофеля семян, то есть то, что я обновлял когда-то, садил картофель с семенами. Поэтому можете посмотреть уже сейчас, да, есть разницу увидеть разные сорта, как покупные, например, Коломбо, да, сорт Скороспелка, или, например, вот это египетская, или местные сорта. Ну и также вот элиту из выращенных семян. Посмотрите и увидите, стоит ли вообще обновлять картофель или не стоит. То есть наглядно все видно и показано. Ну а в следующем году я еще сниму видео. Там я уже покажу и расскажу, да. Наглядно тоже посмотрим, что же получилось из этих мини-клубней. Ну и будет видно, какой сорт стоит оставить, а какой, может быть, нет. То есть в следующем году это будет видно. Так что, я надеюсь, я вам ответил на вопрос, как можно обновить картофель, как это сделать очень просто. Да, и зачем это нужно делать. Ну и спасибо вам за комментарии. Кстати, я замечаю, что часто мои подписчики, вы пишете очень интересные комментарии. И какие-то вопросы поднимаете. Кто-то делится своим опытом. И благодаря этому, да, мы все, да, друг у друга учимся. Да, ну, может, какие-то вопросы подняты, они помогают поднять еще какую-то другую тему рассмотреть. Поэтому спасибо вам за ваши комментарии. Делитесь и дальше своим опытом. Это очень важно для меня, и, я думаю, для всех остальных, кто смотрит мой канал. Ну и всего вам хорошего. Хорошего, конечно, вам урожая желаю я. Ну и до скорой встречи.